Добро пожаловать в Балди, азы образования и учения. Это я. Всем привет, с вами Клер. И мы играем в игру Балди и азы образования и учения. Во. Традиционно ням. Вот, и мы сегодня поиграем в русскую версию Балди. Вот, первое, это у нас режим история. Выберите все семь тетрадей, собери семь тетрадей, а затем покинь школу, чтобы завершить игру. И бесконечный режим, собери тетради столько, сколько сможешь. Лучший результат, вот. Да, я запускал ее, один раз пробовал. Привет! Добро пожаловать, привет. Школа мой дом. Да ты чё? Молодец! Школа твой дом, вот у нас выход. И вот, правила школы. Соблюдать школьные правила. Не бегать, не входить в кабинет. Не хулиганить. А как учиться, если не входить в кабинет? Не пить, не избегать наказаний. Не ломать четвертую стену. Какую стену? Ты чё, дебил? Итак, мы пришли в класс. И что мы видим? Матем, больше матем, 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 матем. Математики больше. Пришло время для всеми любимого предмета – математика. Если ответишь на все три вопроса правильно, то можешь получить нечто особенное. Просто введи правильный ответ в пустое поле. Нажми клавишу Enter, если думаешь, что твой ответ правильный. Пример первый. 6+2 равно... Равно 8. Поехали. Хорошая работа. Все верно. Пример второй. 6-0 равно... 6. Правильно? Это просто фантастика. Да, пример я такой. Пример третий. 5+3 равно... 8. Это просто фантастика. Да, я такой. Вот, я просто фантастик. Подойди ко мне и забери свой приз. Блестящий четвертак. Просто нажми на него левой клавишей мыши, и он будет твоим. А потом, когда ты найдешь на что его потратить, нажми правой клавишей мыши на объект, выбранный в инвентаре четвертаком. Вот так ты сможешь использовать предметы. Знай это. И нафига? Говори. Тебя купить? Ну, попробуем. Мы решили одну из семи, да? Вот, простите, я слишком ленив, чтобы добавить еще предметов. Пример первый. 3-7 равно... -4. Неплохо. Пример вот. Второй. 3-0 равно... 0? Ха-ха-ха! 3! Хорошая работа! Все верно! Пример третий. 3+ умножить на... равно... А ты в курсе, что ты учитель математики? Ты говнюк, блин. Такие вопросы не задают школьникам. Ну, равно вопрос. Можно поставить? А, блин. Ну, пусть будет 7. Ну? Чё? Чё, неправильно? Меня раздражают неправильные ответы. Ёпарус. Ой-ой. Ой-ой. Он идет. А мы выходить не будем. Ха-ха. И? Кто-то топал. Ты стукач! Ты чё, козлина?
Так, а мы сюда можем? Нет. Идет, гад! Гад идет! Тихо! Он здесь! Ты иди! Ха-ха-ха! Иди отсюда! Вот приля! Вот козлина! Ага! Чё? Чё скажешь? Ну, давай, давай, догони! Ага, догони! Блин! Застрял! Нечаянно! Ну ладно! Добро пожаловать в Балди! А за образование и учение! Это да. Я! О, привет! Да мы уже в курсе! Школа мой дом! Да, твой дом, что-то меня подставили! Я бежать не смог! Пришло время ладно. Для всеми любимого предмета. Ну давай так. Внимание, если ответишь на все три вопроса правильно, понял, то можешь 14. Получить неплохо. Пример неплохо. Второй. 12. Нет, неплохо. Идеально нет, неплохо. 12. Нет, хорошая работа. Вообще. Все верно. Фу, я учусь на отлично. Умничка, подойди ко мне и забери свой приз. Блестящий иду. Четвертак. Просто нажми дай. На него левой клавишей мыши. Нет, желтый пакет, мы сейчас будем все быстро делать. Ты найдешь, на что его потратить. Нажми. Да пакет. Ты что говоришь? Пример не бухти. Первый, два, минус. Сейчас нечестно. Три, минус. Равно. Ой. Минус два. Неплохо. Да идеально. Вот. Я не могу в это поверить. Ты че? Да ты че? Ну пять. Нет? Да понятно. Так, побежали. Так, он слева. Нам надо теперь его как-то обхитрить. Оба, там какая-то баба. Идет гад. Сейчас мы от тебя убежим, не ссы. Не ссы. Нас так голыми руками не возьмешь. Че за учитель, который бьет детей? А, ты! Говно! Беги! 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 О, там свистун! Иди отсюда! Иди отсюда, свистун! И бегать по коридорам! Хорошо! 15 секунд! Время ты наказания! Чё? Ну, ты чё, говно? Ты поймешь? Ты чё, гад? Каких 15 секунд? Там этот, козлина! Ёпрасте! А? О, время! Давай играть! А иди в жопу! Ты! Поехали! Раз, скотина! Два! Ты чё? Падла! Вот! Гадина, блин! О, мне шоколадку дали! Понятно? Сейчас мы... Привет! Да все, о-о, привет, привет! Да-да, сейчас мы быстренько! Сейчас, подожди, я уже профессионально играю. Ноль, дальше. Минус четыре. Дальше. Ноль. Дальше. Да ты не вору. Естественно. Я чудо. Иду, иду, забери таком. Иду, иду, иду. Забрал. Вот гады, а. Вот гады. Вот гад, заткнися. Эй, я не могу в это поверить. Пять. Хорошая работа. Ноль. Все. Все. Заткнись. Иди уже. Так. Теперь надо. Надо как-то. Здесь можно пройти? Опа. Ох ты, гад! Ах ты, гад! Ах ты, падла! Подлюка! Ух ты, тут не... А! Тут не пройти! Охренеть! Я застрял! Иди в жопу! А! А! Там не пройти было! О! Давай, давай, давай! Валим, валим! Баба, только не ты! Ставим! Тихо, тихо! Я вижу тебя! Чё за хрен? Друг! Ты кто? Ну-ка, чертертак. Давай играть! А, иди ну отсюда! Что, поехали! Скотина! А! Давай, вези, чувак! Было.
Сейчас вообще ничего не понятно было. Все, еще разок. Скотина, давай играть, я не хочу с тобой играть, гадина. Иди в желтый пакет. Школа мой дом. Да. Пришло время для всеми любимого предмета. Математика. Минус 8. Если ответишь на все, это просто фантастика. 3. Неплохо. 3. Я не могу в это поверить. Да ты, естественно, не можешь. Дальше. Иду за пятаком. Подойди ко мне и забери свой приз. Иду. Блестящий четвертак. Да. Нажми на него левой клавишей мыши, и он... Да. А потом... Так, я тут застрял. Нажми правый. Пример первый. Да. 1. 8. Хорошая работа. Минус 5. Верно. Хорошая работа. Все 3. Верно. И чё? Валим? Так, как тут? Проход какой? Так, тут можно, да? Не свисти, денег не будет. Я иду, я не бегу. Ах ты, гад! Вот гад. Не бегать по коридорам. А! Вот скотина! Время наказания. Понятно. Я сообщу твоим родителям. Вроде как директор. Жаждущий зачистки. Тот кто? Ой, гад! Вот гад! Добро пожаловать, тварь! Балди, а за образование тварь! Учишь... О, привет! О, иди в желтый! Добро пожаловать, школа мой дом! Вот гадина, а! Так, теперь мы знаем, что пришло время для всех директорам не бегать! Ой! Чё, уже? А дальше? Не надо решать? 11. 3. А чё ты молчишь? Я тебя сломал? Дед! Чё? Чё за пердёж? Тебе нужно забрать билет. Прежде чем ты сможешь воспользоваться подобными дверьми. Кого собрать? Так, и 11. Ну? И? Я слышу каждую дверь, открытую тобой. Гад! Так, он, по-моему, встан. Давай играть! Да иди ты, а! А, он там! Ну что, поехали! Раз! Раз, два! Три! Четыре! Пять! Вау! Это... Волосатая курва! Курва! Волосатая скотина! Падла! Добро пожаловать, Балди! Заткнись, образование, тварь! И учение. Это я! Да. Это был Клеер! Понял, скотина! Понравилось, ставьте лайки, подписывайся на канал. С вами Клеер, всем пока! Волосатая тварюга! Всем пока!